Друзья, всем привет! Шикарнейший рецепт от высокого давления и высокого уровня холестерина. Да к тому же его можно просто так использовать для того, чтобы укрепить наш иммунитет. Попробуйте обязательно, ну, может быть, вы про этот рецепт знали, но он на самом деле так хорошо работает, прям вот. И ингредиенты самые простые. Сейчас все покажу. Что нам понадобится? Это имбирь, лимон, чеснок, мед и яблочный уксус. Насчет имбиря. Можно использовать свежий, а можно использовать сушеный, как вам нравится. И понадобится 200 грамм имбиря, 1 зубчик чеснока, 1 столовая ложка яблочного уксуса, 1 столовая ложка меда и 1 столовая ложка лимонного сока. Ингредиенты очень простые, доступные, и сейчас сделаем. Имбирь можно, конечно, почистить, но если очень не хочется этого делать, то можно его очень тщательно помыть, выдержать чуть-чуть в соленой воде, промыть и потом натереть на терке. Не забудьте сразу подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых интересных видео. С имбирем я справилась. Ох, непростая работа. Если есть там блендер, лучше его возьмите. Добавляем сюда чеснок. Одну столовую ложку яблочного уксуса. 1 столовую ложку меда, 1 лимонный сок можно использовать свежий лимон, а мне больше нравится вот такой концентрированный. Добавляем 1 столовую ложку. Кстати, вот эту приготовленную смесь можно хранить в холодильнике, но не больше недели. Дальше не стоит. Но теперь как использовать? Чайная ложка утром перед завтраком на голодный желудок. И 1 перед обедом. То есть в день всего 2 чайные ложки. И где-то вот через дня 3, наверное, 4... будут первые результаты. Вы будете на самом деле, наверное, ошарашены немножко, но это так. Во-первых, чувствовать будете себя свежими, полными энергии, сил. Ну и кровяное давление и уровень холестерина будут приходить в норму. Смотрите, как все просто. 2 чайные ложки и все. К тому же оно обладает таким специфическим вкусом, достаточно необычно. Но не противно. Достаточно, ну, стоит попробовать, поэтому не буду говорить. Ну и, друзья, наверное, вы знаете, что перед применением любого средства, метода, нужно проконсультироваться с врачами. Это вы и без меня знаете. Напишите, пожалуйста, под видео, что вы думаете насчет этого совета. А на этом я хочу с вами попрощаться. Кстати, не забывайте делиться с друзьями. До следующих встреч. Всем пока-пока.